почему суфии носят зеленый цвет и как, с чем они его отождествляют. Хидр зеленеющий, зеленый. Из его караматов было то, что когда он вставал, Аллах Азауджилля делал, что все, что находилось позади него, зеленело. Это была особенность, которую Всевышний Аллах Субхану Тааля дал этому человеку. Хорошо? Теперь так, как они приписывают себя к этой истории, так истории с аулия, приближенными Аллаху Субхану Тааля, они тоже носят зеленый цвет. Ясно, откуда это взялось?